Объекту культурного наследия подарят вторую жизнь. В Самаре завершается первый этап проведения противоаварийных работ на объекте дом купца Кожевникова, расположенного по адресу Коммунистическая, 5. Зданию более 150 лет. С этим когда-то жилым домом связана одна из городских легенд. Согласно ей, у купца Андрея Кожевникова умерла малолетняя дочь, а печальный отец приказал заколотить окно горницы, в которой она жила, и вырезать часы, стрелки которых всегда бы указывали время смерти девочки – 12:40. В реальности у купца Кожевникова умерла внучка, но стрелки на часах действительно запечатлели время трагедии. В 2020 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако жителям хотелось сохранить это здание со своей историей, уникальной деревянной резьбой. Благодаря конструктивному диалогу городских властей, профессионального сообщества и активных горожан удалось сохранить уникальный дом с часами. Помочь с восстановлением здания вызвались волонтеры проекта «Том Сойер Фест». Когда мы сняли обшивку и посмотрели на венцы, оказалось, что полностью вся наружная стена, вот, которая выходит на улицу, она гнилая. То есть нет ни одного живого венца, и поэтому эту стену просто выкинули, и все, ее больше нету. Все остальное пронумеровано, снято. Командой волонтеров и профессиональных рабочих под контролем реставраторов были сохранены все архитектурные элементы. Керамические изразцы печей, образцы и слепки с потолочных карнизов и лепнины, историческая резьба, наличники, оконные рамы и двери. Были перебраны, промаркированы и бережно складированы все элементы деревянного каркаса здания. Теперь они ждут своей судьбы. Сгнившие участки срубов будут заменены, а уцелевшие вернутся на прежнее место в неизменном виде. Отреставрируют и прилегающую к зданию веранду. Среди сохранившихся элементов двери, изразцовая печь, фрагменты наличников. Легендарные часы сохранились, но тоже нуждаются в небольшой реставрации. То, что сейчас произошло с домом, то есть вот у него остался цокольный этаж, остался вот верхний окладной венец, да, еще сверху там на нем. Это оставили специально, чтобы сделать навес на зиму. В следующем году мы частично разберем две стены цокольного этажа, потому что они тоже в аварийном состоянии. Мы очень надеемся, что в следующем году мы успеем собрать хотя бы, то есть, коробку верхнего этажа, то есть деревянную конструкцию из того, что было разобрано. Самарцы реставрации объекта культурного наследия рады. Надо знать свою историю. Я была бы очень рада, если бы вас зареставрировали для этого знания. В зимний период объект культурного наследия законсервируют. Параллельно с этим волонтеры Том Сойер Феста будут создавать недостающие наличники и резьбу. Восстановить дом планируют к 2027 году. Полина Чулюкова, Константин Головин. События.